Друзья, подготовил гряду с землей, торф с песком. Сейчас будем сажать землянику с клубникой, помесь. Гряд очень крупная, сладкая и вкусная. С понт-бондом накроем это дело. Перед этим увлажним все это дело. Что такое? Взял степлер уже у соседа, и тот уже в моих руках начинает переставать работать. Это какой-то ужас. Гряда двухъярусная, будет красиво. Насыпаю второй ярус. Комары лезут в лицо. Комары, гнусы. Сейчас самая такая пора. Активизировались насекомые. Разглажен граблями, придаем такую горочку небольшую, сейчас получится, конечно, с одной телеги, получилось в принципе. Увлажним. И тоже накроем с подбондом. Ну вот, еще одна. Это новгородская. Мне привезли родственники. Сажаем. Делаем крестообразное отверстие.
Ну что вы еще подеретесь между собой?